Итак, смотрится игрушка в Prime World. Надо выиграть, чтобы квест сделать. Уже выдудлил громадную чашку чая. Ну, ждем загрузки. Где это загрузка? А, сейчас стартанет, ладно. Побежали. Итак, квест я сделал. Prime World. Чай попил. Теперь можно забираться и будем ехать к дядьке опять. Только сегодня туда я поеду не сам, поеду с батей. Батя, как говорится, оценит все мое творчество шпателя. Ну и попробовать все это исправить. Так, еще только что заредактировал вчерашний день. Вот уже конвертация завершается. Только загружать, наверное, буду вечером, потому что сейчас не успею загрузить. Нужно собираться и выходить. Итак, вот мы уже приехали к дядьке с папой. Он вчерашнее мое мазюканье. И папа это будет все это исправлять, выравнивать. Работы здесь, конечно, еще много-много. Так, время перекуса. Мой бутер хаваю. И смотрю. Ну, в бате гораздо лучше получается. Ровнее. Не то, что у меня. За кем-то смотреть приятней, чем самому делать. Все уже с папашей приехали домой. Как классно с папой кататься туда, к дядьке на гараж. Во-первых, самую сложную работу делает батя. Во-вторых, ехать на машине. На машине туда добираться минут 10. Если автобусом, это около часа. Потому что маршрут автобуса, который туда ходит, объезжает полгорода. Вот такими петлями. Туда-сюда, по прямой это минут 10, а он кружляет минут 40. Ну, плюс еще там пешком идти от остановки к гаражу. Итак, сейчас иду Юле на кухню помогать замачивать мясо. Завтра будем шашлык делать, потому что в Юле день рождения. Моя баба все стареет и стареет. Нужно молодую искать уже. Меня за 300-400 гривен выбрала фен. Недорогой. За 200 гривен там вообще пластмассовый, одноразовый. Да нет, не, все, да я этой там. Больно! На, и тебе! Вот это аппетит у кота! Когда мясо, Богдан, у них животный инстинкт! Да, все, мы такого не имеем, его можно спокойно погладить. А Ки даже... А что она больше дикая? Это атакует! Итак, засыпали мясо специями. Соль посыпал? А, еще посолить надо. Сейчас посолим. Как обычно, я специи кидаю много. У меня привычка. Не так сильно жуля. Нормально. Теперь только порезать лука, перемешать, чем-то накрыть и поставить. Хай пропитывается. Так, лучок порезали. Сейчас будем перемешивать. А ты все тут мясо. Ну давай, мешай.
фонарик. Вот, так хоть видно. Мясо что-то хорошее, сала было немного. Но он долить типа лады, вообще не надо. Можно трошки, чтобы это... Тебе не кажется, специй мало? Надеюсь, все получится вкусно. Специи просто плавают тут в этом же. Ну, наверное, типа должно в воде раствориться и в мясо упитаться. Теперь накрывать чем-то и в холодильник. Мясо маринуется. Я посидел перед компом, отдохнул. И сейчас с Юлей пойдем, выйдем, прогуляемся. Выхожу на улицу, и что я вижу? Тебе удобно? Да, моя мама поэтому не забирала дать шоколадку. Я знаю, почему она так сидит. Коты типа на хлорку типа лезут. А там же, наверное, порошок был стиральный. Да. Ну, кто здесь нету, ты влез. Семён, чего ты не в тарелке? Точнее, не у миски. Юля напялила на себя свои любимые шорты-парашюты, которые подтягиваются почти под самые подмышки. Жопа их просто громадная. Ну какая бочка херачит. А ну еще раз так сделай. Чирик! Типичный вечер алкаша, сижу перед компом, втыкаю сериал, хлебаю пойло, алкоголь. Два дня назад. Сериал называется Dominion. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Зай.